И вот так же опять было на гвоздик закрыто. Понимаете? Когда я зашел. Когда открываю, тут они все лежали. Вот. Сзади было прокусано и кровь выпита. Так же у кроликов тоже у всех. Можете называть это существо чупакаброй или как-то по-другому, неважно. Важно то, что оно существует, и это уже никто не отрицает. Это животное, существование которого не признается наукой. Однако, многие верят, что это создание покрыто редкой коричневой шерстью, ведет охоту на домашний скот. У него чупакабра якобы высасывает кровь. По сей день свирепствует он. За прошедшую пятилетку очевидцы нашествий чупакабр по-разному описывают силу этого зверя. Но большинство очевидцев рассказывают, что это животное может сломать деревянные и даже железные клетки, делать подкопы под землей, цепляться и перемещаться по небольшим выступам на вертикальных стенах. Неопознанный зверь мог бы подпрыгивать до уровня плечей взрослого человека. Опасен ли чупакабра для человека? Как вы считаете? Напишите в комментариях под этим видео, а мы начинаем. И у нас 7 реальных чупакабр, снятых на камеру. В 2014 год семья из Техаса рассказала, что уничтожила около своего дома чупакабру. По словам представителей семьи Орт, они убили загадочное животное. 79-летний Дуг Орт рассказывает, чупакабра была замечена, когда издала громкий звук. Внук, вооружившись, выбежал из дому и выстрелил в существо с расстояния нескольких сот метров. Орт отметил, что чупакабру к дому привлек собачий корм, где в момент появления животного находилась собака. Возможно, это был всего лишь облысевший койот, как предполагают многие. А как думаете вы? В России неизвестное существо убило десятки животных в частном хозяйстве. Животное разбило клетки с кроликами и утками и выпило их кровь. Владелец хозяйства попытался схватить убийцу животных, однако оно с легкостью перепрыгнуло полутораметровый забор и убежало. По словам мужчины, на его двор напала чупакабра. Этого же мнения придерживаются и местные правоохранители. Местный парень все-таки успел поймать и заснять на видео чупакабру. Оно приблизилось к густому лесу, обнюхивало траву и не было агрессивным. Что это на самом деле, чупакабра или какое-то мутировавшее животное? Как вы думаете, пишите в комментариях. В Парагвае местные жители сняли на видео полуразложившееся тело гуманоидной формы и теперь считают, что это тело жуткого существа, похожее на мифическую чупакабру. Труп обнаружили в мелкой реке в городе Карман-дель-Парана на юге страны. Когда видео попало в сеть, оно быстро распространилось среди местных жителей, и многие из них уверены, что это чупакабра. На видео видно, как в воде плавает существо, у которого, как кажется, есть человеческие руки. Позже пожарные достали труп из воды и отправили экспертам, чтобы определить, что же это за существо. Никто так и не дал ответа, чей труп перед нами. В сентябре 2015 года чупакабра была замечена вдоль берега пляжа. Происхождение этого видеоролика остается неизвестным. Исходя из расстояния, кажется, что оператор снимал видео с холма. Как и многие видеоролики чупакабры, зрители мгновенно хотят приписать это существо к собаке. Однако, если вы внимательно посмотрите на его уши и хвост, можно сказать, что некоторые из его характеристик не соответствуют типичным собачьим особенностям. 2009 год. В джунглях Малайзии рабочие обнаружили загадочное живое существо. Сами они не смогли понять, что это такое, так как ничего подобного ранее не видели. Пользователи интернета выносят предположение, что это пресловутая чупакабра. Ракурс видео не позволяет четко определить, что же это было на самом деле. Некоторые говорят, что животное имеет внеземное происхождение. Вот так,
Ребята, едущие на автомобиле вдоль леса в кромешной темноте, резко останавливаются, встретив на своем пути странное и жуткое существо. Как утверждает автор видео, это чупакабра. Как вы думаете, неужели чупакабра на самом деле так жутко выглядит? Много очевидцев утверждает, что чупакабра выглядит как человекоподобное животное. Может, они правы. В прошлом году на видеорегистратор попало жуткое человекоподобное существо, вылезающее из кустов на четвереньках. Хоть внешний вид и не похож на классического чупакабру, но многие пользователи, просмотревшие это видео, утверждают, что это то самое легендарное существо. А как думаете вы, существует ли чупакабра на самом деле? Пишите в комментариях. С вами был Зомби Чез. Пока.